Христос Анести, эк некрон Θανάτο, Θανάτον πατήσας, κέτης εν της μνήμασι ζωή αρισάμενο. Христос воскресе, христианская вера – дар божественного откровения, в котором Бог открывает себя людям. Осознание веры можно черпать из двух неразрывно связанных источников – Священного Писания и Священного Предания. Священным Писанием или Библией называется собрание книг Ветхого и Нового Завета. Слово «завет» по отношению к священным текстам значит «союз», «договор Бога с людьми», духовное завещание, которое переходит из поколения в поколение. Книги Ветхого Завета были написаны прежде Рождества Христова. Их сокровенный смысл – обещание Бога дать людям Спасителя, Мессию, и постепенно подготовить к принятию Его. Все тексты Ветхого Завета можно разделить на четыре группы. Книги законов, исторические, учительные и пророческие. Книги законов – это пятикнижие Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Бытие – это книга о сотворении мира и человека, о всемогуществе Бога, Его премудрости и великой любви, проявлением которой стало создание человека по образу и подобию Бога. Из Бытия мы узнаем о величайшей трагедии – грехопадении Адама и Евы, изгнании их из рая. Вместе с грехом человека в мир пришли страдания, болезни и смерть. Книга «Исход» рассказывает о переселении евреев из Египта. Сердце этой книги – одно из величайших событий священной истории – Синайское откровение. Это повествование о том, как Моисей принял от Бога на горе Синай 10 заповедей. Левит – книга о ветхозаветном духовенстве, правилах совершения богослужений, принесении жертв. Числа – четвертая книга закона, говорит о численности колен израильских и продолжает начатое в Исходе описание 40-летнего странствования по пустыне. В книге «Второзаконие» Моисей повторяет заповеди новому поколению, которое выросло во время странствий. Второзаконие завершается прощальной песней у Моисея и его благословением народу. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом?» Книги законов рассказывают, как Бог учил людей неизбежному закону правды, чтобы подготовить их к принятию закона любви, который принес Христос. К историческим книгам Ветхого Завета относятся книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфи, Царств, Паралипоменон, Первая книга Ездры, книги Неемии и Сфирь. В Пятикнижии Бог обещает израильтянам: «Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их». Завоеванию земли обетованной, исполнению обещаний от Бога
и посвящена книга Иисуса Навина, преемника Моисея как вождя Израиля. Книга Судей охватывает период от завоевания Ханаана до появления царской власти. В те времена власть в Израиле принадлежала только Богу. Для разрешения конфликтов народ избирал особых представителей, судей. Книга Руфи как бы дополняет книгу Судей. В ней описана жизнь простых израильтян той эпохи. Книги царств посвящены истории Израиля от установления царской власти до взятия Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором и разрушения храма. Книги Паралипоменон дополняют книги царств. Само это греческое слово «паралипоменон» означает «о пропущенном». В еврейской Библии эти книги именуются летописью. Священник Ездра жил в V веке до Рождества Христова. Его считают составителем канона Ветхого Завета. Первая книга Ездры повествует о возвращении евреев из вавилонского плена в Палестину и начале строительства нового Иерусалимского храма. Неемия, виночерпий персидского царя Артаксеркса I, написал книгу, составляющую единое целое с повествованием Ездры. Она посвящена возрождению духовной жизни Иерусалима после вавилонского пленения. Из исторических книг Ветхого Завета мы узнаем об активном участии Бога в жизни людей. В событиях истории виден промысел Творца. Бог от любви к человеку исправляет, излечивает его греховную природу, стремится уберечь от служения идолам и обратить к себе. К учительным относят книги Иова, Псалтирь и книги Соломона. Это назидательные тексты. Они учат, как следует относиться к событиям повседневной жизни, не теряя из виду Бога и его заповеди. Иов – удивительный герой Ветхого Завета. Он не знал Моисеева закона. В его времена Бог еще не открыл себя людям. Но он знал, чувствовал Бога. Иов прошел через страшные, невиданные страдания, но очистился в них, не потерял веры и любви к Богу, но преобразился духовно. Песнь песней Соломона дарит нам поэтический прообраз Церкви как невесты Христовой. Пророческими именуют книги четырех великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и 12 прочих, называемых малыми. В этих книгах содержатся предсказания грядущих событий. Важнейшие среди пророчеств о пришествии в мир Иисуса Христа. Следует упомянуть о текстах, которые называют неканоническими, потому что они не сохранились в еврейском подлиннике. После V века до Рождества Христова было написано несколько книг на еврейском и греческом языках, например, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и некоторые другие. Они не вошли в канон, но были включены в греческий перевод Библии, знаменитую Септуагинту, как полезные и назидательные. Разделение текстов по группам носит условный характер. В Законе и Пророках содержится множество исторических фактов, а в книгах исторических есть пророчества. Среди всех книг Ветхого Завета особое место занимает Псалтирь. В старину по ней учились азбуки. Чтением псалмов и поныне православные христиане провожают умерших. Эта книга – бесценный источник молитвы. Невозможно представить себе богослужение без псалтири. Для православного богословия особенно важно, что псалтирь полна ярких пророчеств о Христе.
Кто есть Царь славы, Господь сил, кто есть Царь славы,